В конце марта в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в Астраханской области ввели тотальный запрет на любую рыбалку. Временные ограничения были также введены и в некоторых других российских регионах. Ко всем, кто входил в период самоизоляции на воду, будь то приезжие или местные жители, принимались меры в виде немаленьких штрафов. Но, как оказалось, решившись порыбачить ахтубинцев, вопреки запрету, было немало. Когда началась самоизоляция, нами было выявлено 24 дела административных. Также 10 уголовных дел на 12 человек. Изъято водным биоресурса 83 килограмма рыбы чистяковых. Сети чистяковые общей длиной 460 метров. Изъято транспортных средств 11 единиц. Прекрасная новость появилась в эту субботу для любителей водной охоты. 16 мая Астраханская область вступила в первый этап отмены ограничений, в рамках которого жители региона могут покорять речные просторы. При этом необходимо соблюдать масочный режим и дистанцию и обязательно придерживаться правил рыболовства. Отметим, запрет на рыбалку из-за пандемии коронавируса в этом году совпал с нерестовым запретом, который начался в нашем регионе 16 мая. 16 мая по 20 июня у нас запрет на лов рыбы только в пределах административной границы населенного пункта. Можно ловить на 5 крючков на любителя рыболова и соблюдать нормы вылова рыбы. И также размеры соблюдать. Суточная норма вылова на одного человека 10 килограмм рыбы. Любимым хобби можно заниматься как в Ахтубинске, так и вниз по течению в селах Новониколаевка, Балхуны и Золотуха. Вверх по течению рыбачить можно только в селе Покровка. Остальные населенные пункты не входят в административные границы. Более подробно ознакомиться с правилами рыболовства можно на официальном сайте Волго-Каспийского территориального управления Федерального агентства по рыболовству. Марина Мазеева, Анатолий Калинкин, Татьяна Дубинина, Ахтубинск ТВ.